Мы получили уведомление от руководства предприятия машиностроительного завода о высвобождении с 12 марта 30 работников предприятия. В соответствии с законом Российской Федерации о занятости мы проводим сегодня предварительную консультацию для работников, высвобождающихся с предприятий. Основная цель данного мероприятия – это пытаться смягчить переход работников вот с этого рабочего места на другое. Мы готовы предлагать вакансии. Вакансии в городе есть. Сегодня мы привезли порядка 250 вакансий машиностроительных предприятий города и порядка 650 вакансий заработной платы выше, чем средняя заработная плата по данному предприятию. Работать будем сугубо индивидуально, под желание работников. И думаю, что каждому, у кого действительно возникла проблема с трудоустройством, с обеспечением семьи, мы постараемся подобрать адекватное рабочее место. Мы сюда выехали, чтобы оказать предварительные консультации всем высвобождаемым работникам завода. Но, кроме того, мы приглашаем и всех желающих работников сюда сегодня. Мы готовы рассказать об услугах службы занятости, буквально обо всех услугах, все, что мы можем сделать для людей. Это и профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации. Это трудоустройство, разумеется, в первую очередь. Это и профориентационные услуги, это предоставление вакансий сайта «Работа в России», то есть мы располагаем вакансиями по всей России, не только в Вологде. Может, кто-то пожелал бы и поменять место жительства, то есть устроил бы уровень зарплаты, уровень требований работодателя на территории Российской Федерации. Кроме того, мы готовы оказать услуги по психологической поддержке, социальной адаптации, рассказать, как правильно себя вести при собеседовании с работодателем, дать юридические консультации и в сфере труда, и в сфере занятости. У нас в банке вакансий существует более 300 свободных рабочих мест именно на строительной отрасли, и работодатели готовы принять всех работников с машиностроительного завода города Вологды.